Новый год в кругу семьи встретят школьники из отдаленных поселков и кочевий. Накануне финальный рейс Нарьянмарского объединенного авиаотряда доставил детей на каникулы к мамам и папам в поселок Бугрино. Радость встречи с юными путешественниками разделила моя коллега Алина Выучейская. В Нарьянмарском аэропорту воскресным утром оживленная атмосфера. Это маленькие жители островного поселка Бугрино собрались лететь домой. С собой везут торты и подарки. Ведь с родителями эти ребята не виделись с сентября. У нас в поселке школа начальная только до 4 класса. И как бы мы с 5 класса все сюда приезжаем. Кто-то до 9, а кто-то еще дальше идет в 11 и 10. В этом году компания по доставке школьников в труднодоступные населенные пункты и кочевия стартовала 21 декабря. Первыми домой улетели дети из Нижней Пёши, Индиги, Снопы и Омы. Следом ребята из Каратайки, Варнака, Усть-Кары и Харьевера. Ребята, все пристегнулись. Финальный школьный рейс отправляется из столицы Ненецкого округа точно по расписанию и берет курс на остров Колгуев, что в Баренцевом море. Всего перевезено 156 ребятишек. Погода нас в этом году не подвела, но у нас были переносы западного направления в связи с тем, что были введены ограничения режима полетов. А так в этом году все замечательно. Школьный борт встречают всем поселкам. Кругом крепкие объятия родителей и детей после 4 месяцев разлуки. Школьный рейс на остров Колгуев стал 6-м завершающим в этом году. Несколько десятков детей из заполярной глубинки вернулись к своим родителям на новогодние каникулы. Но уже в середине января все они вновь отправятся в Нарьянмар, чтобы грызть гранит науки. Алина Выучейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север».